Сдать тест необходимо в течение 3 дней после прибытия. На данный момент все прибывающие без исключения обязаны сдать 2 теста. Ряд иностранных производителей подал документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса на территории России. Они проходят экспертизу, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом он не уточнил, о каких препаратах идет речь. На данный момент в России зарегистрированы 4 российские вакцины: «Спутник Ви», «Спутник Лайт», «Эпивак Корона» и «Ковивак». Владимир Путин поддержал планы открыть в президентском кадетском училище в Кемерове обучение для девочек. Сегодня глава государства, который находится с рабочей поездкой в Кузбассе,